Москве. Я опять в Вологодской. Дубль 2. На речке. Секретный. Вода пипец упала, конечно. Офигеть, вода-то упала как. Вода просто нереально упала. Как тут ловить, я даже не знаю. Блин, хочу искать ямки какие-то. Водичка упала. Ну все, переодеваюсь. Друзья, бой. Бой. Будем покорять речку. Как ловить, не знаю. Поверхностными, наверное. Хариус-то по-любому здесь есть. Короче, друзья, буду говорить шепотом, потому что нужна тишина. Где он по ямам скатил. Здесь на камере еще поменяется. Выдрос опять по шву потекли. Вот здесь. Говно. Здесь же щука была, выели, куда же она все делась. По реке скатилась, нет? Да. Большую речку. Там вот по-любому что-то есть.
нежданчик. Ариус-то поклевывает. Сколько? 4-5 уже поймал. Надо очень, конечно. Надо идти, конечно, против течения. Но, блин, что-то не нравится. Так же. Я как бы видел его всплеск, да? Подошел буквально вот расстояние. Такого кусточка там сидел. Ну, вообще ерунда. И он все равно взял. Поэтому, наверное, все не менее осторожно. Поэтому будем ходить против. Против. Движение. Пробуем дальше. На слияние двух рек. Друзья, видно вам или нет, но фонтан на том берегу бьет. Это фонтан, который природный фонтан, в общем. Люди ходят. Такая мега речечка. Очень красивая. Просто бомба. Сейчас поищем здесь главлика. Здесь перед главлик есть. Итог рыбалки. Фу, рыбалка трудовая опять. Много прошел. Речка очень обмелела. Ни одного глубокого места не нашел. Самое глубокое место, что нашел, это по колено. Тем не менее, хариус был пойман. В количестве около 10. Крупных не было. Но на удочку супербелеза до 5 грамм. Маленьких таскать тоже одно удовольствие. Место живописное. Как я сюда в июле приезжал. Тут ловилась и щука.
и голавль. И вообще, ну хариус я меньше поймал, чем сейчас. Воблер у меня опять рулил кабун. Вот этот малышок. Малышок. В общем, двигаю к дому. А может, если коллеги позовут, на лодочке поедем на Северную Двину. В общем, смотрите, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока!